В Мангыстауской области лучшему учителю года вручили 1 миллион тенге. В Актау состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Блюмыздыгы-2017». В нем участвовали 122 педагога и 33 организации образования. Лучшие вошли в список победителей. Экспертная комиссия оценивала вклад учителей в распространение национальных традиций, в дополнительное образование, работу с одаренными детьми и многое другое, что отвечает требованиям современного образования Казахстана. Инновационный конкурс идет в унисон с программой «Рухани Жангыру». Он призван поднять статус работников образования и стимулировать труд педагогов. Организаторы говорят, это первая ласточка. В будущем конкурс станет традиционным и выявит ни одного талантливого педагога, как это было сделано сегодня. В номинации «Лучший учитель года» победил историк Бауыржан Айманов из школы-лицея села Акшукур. Я работаю учителем 12 лет. Мое самое большое достижение – это успех моих учеников в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах. Сегодня я сам взял высокую награду. Благодарю всех за доверие. 10 педагогам в различных номинациях вручили по 500 тысяч тенге. Не обошли стороной учреждения образования, городские и сельские школы, детские сады, колледжи и организации дополнительного образования. 5 из них получили по 1 миллиону тенге. К слову, инициатива проведения такого масштабного проекта принадлежит Акимату Мангыстауской области. Время не стоит на месте, и поэтому подходы к образованию постоянно модернизируются. В рамках проекта «Зеленой экономики» мы хотим в 134 школах области открыть теплицы. Из госбюджета не уйдет ни копейки. Детям будет интересно следить за процессом, ухаживать за растениями. Сфера образования в Мангыстауской области совершенствуется. В этом году в регионе построено 26 детских садов, из них 25 вне бюджета, что позволило охватить 93% малышей. В 2018 году эту цифру обещают довести до 100%. Кроме этого, в будущем возведут 9 школ, что решит вопрос с трехсменным образованием. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Актау, Хабар 24.